10 февраля 1945 года. 10 февраля войска 3-го Белорусского фронта овладели важным узлом коммуникации и сильным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, городом Прейсиш-Эйлау. Войска 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки противника, штурмом овладели городом Эльбинг. За 10 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 220 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.